Приветствую вас, дорогие зрители моего канала. Хочу вам представить обзор пиролизной горелки на 150 киловатт. Вот. Сварил завихритель, сделал на него расчет. Завихритель служит для смешения газа и воздуха для нормального сгорания. Вот. Фронтовая плита, верхняя труба, вот она, подача воздуха. Сюда подходит пиролизный газ. Сегодня еще фланец приварю для соединения с газогенератором самим. Питание будем, наверное, проводить или выходные, или ближе видео выйдет, наверное, к среде. Вот. То есть вот видно там труба в трубе. Одна сотая труба, другая 89-я труба. Вот. Фронтовая плита, единичка. Делается он для того, чтобы, ну, толстый металл, чтобы не выгибал ее при температуре. Носик горелки тоже из толстого металла, чтобы не прогорало. Вот. Ну, вроде на этом все. Ждите следующих видео. Кому понравилось, подписывайтесь.